слову о странных закономерностях. Обратите внимание, у меня 391 друг. Так, фокус. Да? А онлайн сейчас находится 25 человек. Казалось бы, что я хотел этим сказать? А сказать я хочу... Сказать я хочу буквально следующее. Сколько бы ни было у вас друзей, одновременно онлайн, вы будете видеть приблизительно плюс-минус 5%. То есть, максимум 20%. Исключением являются только те люди, у которых в друзьях находятся исключительно близкие. Которых они знают, и которые в записной книжке, с которыми часто общаются. Допустим, у человека 30 человек друзей, и у него, возможно, ситуация, когда онлайн будет больше. Но чем больше у вас друзей, тем очевиднее становится статистика. Я эту закономерность обнаружил в 2012 году еще, по-моему. Да. Если у кого-нибудь есть предположение, то у меня они есть, но не хотелось бы в них верить. А так задумайтесь. Можете, во-первых, проверить, а так, если у кого есть предположение, пишите. Тем 80%, 85%. Да, по скриптам. А я как-то решил проверить. Может, мне стоит потереть? Раньше их было 1500. Понимаете? И ситуация не изменилась. Я и так оставил тех, кого лично знаю. Вот такая вот странность закономерности.